Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Франциско Хосе де Гоя и Люсиентес. «Сон разума рождает чудовищ». Лист номер 43 из серии «Капричос». 1799 год, афорт 18/14. Представленный афорт – одна из самых знаменитых работ испанского художника-новатора Франциско Гоя. Живописец и график, он известен как чрезвычайно страстный и искренний романтик своего времени. Перемена в настроении его произведений, прежде сочных по цветам и оптимистичных по атмосфере, произошла с началом революции во Франции 1790-х. В творчестве мастера появляется пессимизм, нотки острой критики, трагические мотивы отчаяния и смерти. Этот лист номер 43 из 80 графических листов его популярной серии «Капричос» – «Причуды». Ночные хищники, жуткие летучие мыши и совы, нарисованы в острой, нервной, энергичной манере. Композиция отражает тревожное состояние, которое, по мнению Гои, охватило современников. Ну вот, такое описание я нашел к работе Франциско Хосе де Гоя и Люсиентеса «Сон разума рождает чудовищ». Работа из серии «Капричес», лист номер 43, 1799 год. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.